Всем привет, вышла новая игра от разработчика корпорации X. Называется Nightmare Gate. Давайте стартовать. Начнем историю. Темнее вырубаем, сложнее вырубаем. История называется «Пробуждение». Уилл был один в своей постели, его уложила мать, которая только что вышла из комнаты, закрыв за собой дверь. Он чувствовал себя в безопасности и утешался маленьким ночником, который проецировал фантастические образы на стены его комнаты, поэтому он неизбежно заснул. Пока он спал, голос начал говорить с ним во сне. Вау. Давайте смотреть. Это мы сейчас спим? Игра называется Nightmare Gate. Ворота кошмара. Уилл, спускайся, мы ждем тебя. Это, похоже, родители. Интересно, ну-ка, что за монетки? Реально монеты. Какие-то черепа. Похоже, они нам пригодятся в игре. Знаменитая игра ужасов для мобильных устройств. Смотрите, Smiling X 0. Неплохо так. Сразу пасхалку на свою же игру. О, можно идти туда, можно идти сюда. Две надписи открыть. Очень странно. Страшные постеры у маленького-то мальчика. Ладно, пойдем в шкаф. Подыграем игре. То есть мы сейчас, получается, находимся во сне. Что? Это кошмарная дверь. Открыв ее, запомни и возвращайся обратно. Так, ну... Ёкарная вышка. Подождите, стоп. Это был кошмар? Дверь-то, кстати, открыта. Давайте снова к ней вернемся. Никакой двери нет, это был кошмар. Ну-ка, черепов больше нет. Выходим. Куда ты идешь? Иди в свою комнату, пора спать. Как это? Нажимайте эту кнопку для переключения между походкой стоя и походкой на корточках. Подождите, можно реально на корточках ползти? И нас не заметят? Кто вообще за нами следит? Вау. Нас не увидят. Класс, мои родители спят, я должен не шуметь. Мне нужно держать голову опущенной. То есть меня они же и заметили. Встретись со своей сестрой, написано. Мы сегодня с вами смотрим впервые игру Nightmare Gate. Нэнси, что там делаешь? Кстати, мне эта квартира напомнила фильм «Паранормальное явление» почему-то. А вот его сестра. Ты тоже их слышишь? Сестра в костюме мышки. Смотрите-ка. И просто утянул в пол. Вот это да. Так, мы видим сами белый шум. А, и нас утянули. Уилл, мы дома, просыпайся. Все это было кошмаром, повторил про себя Уилл, крепче зажмурив глаза. Когда я открою глаза, со мной будет все в порядке, я буду в своей постели. Но, видимо, не тут-то было. И мы просыпаемся уже не дома, а в каком-то загадочном мире. Мире снов. Это, похоже, наша сестра. Но она уже без костюма. Эй, возьми это яблоко, оно очень вкусное. Возьми яблоко со стола. У нас прям проходит обучение. Используйте яблоки, чтобы сохранять свое местоположение во время игры. Вкусно. Кстати, нормально. Кто-то пытается открыть дверь. Ничего себе, ручка с рукой. Так, а девочка здесь? Страшная кукла, я ничего сделать не могу. Кто-то пытается открыть дверь, нужно спрятаться. Давайте спрячемся. Ух ты, так она к нам залезла, молодец. Так, ее утащили. Ничего себе. Смотрите, там еще какая-то комната. Очень много всевозможных клеток. Машина. Дети ходят. Похоже, те, которые хотят смотаться. Ну-ка, закрываем. А, и так закрыто, типа. Страшная кукла. Эй, иди сюда. Иди на корточках, чтобы не шуметь. Так, вообще, ты кто? Ты стать за этой клеткой, они никогда тебя не увидят здесь. Так, а что за значок-то странный? Не хотите перейти сразу к следующему месту сохранения, местоположение или обойти эту зону? Нет, не хочется скакать. Хочется все смотреть. Кстати, кто там? Клетка для детей. А, ну все, пошли. Я побежал. Рискну. То есть это я так нашумел? Ёкарный обычан! А, все, конец, видите? Прям вообще без шансов. И нас снова вернули в нашу комнату. Если мы с вами найдем яблоко,
то сможем переключиться. Эй, иди сюда, на корточках, чтобы не шуметь. А ты кто? Монеты. У нас 12 монет. Ах ты прикол. Кстати, сколько у нас вообще жизней-то? Бесконечно? Если что, сыграем с вами до плохой конечной сцены. Иди сюда. Он нас постоянно подзывает. Резиновая уточка. Ох ты, йоу. Кстати, мы можем же нашуметь, как медведь. Давайте прям в комнату и бросим. Так, похоже, зря. Если здесь много уточек, я буду так их перекидывать. Демон пошел в комнату. Я пока что перемещаюсь. Буду прятаться за клетками. Ёкарный обычный, так их там много. Клетка для детей. Так тут все в детях. Они их прям воруют из снов. Тележка для перевозки грузов. Так, как нам с девочкой поговорить? Это жесть. Ну-ка, могу протиснуться? Нет. Смотрите-ка, я ничего сделать не могу. И там что-то интересненькое написано на стене. Ёкарный башен. Под стол. Если найдете баги или интересные моменты по игре Nightmare Gate, обязательно пишите в личное сообщение группы ВКонтакте. Буду проверять. Так, мы вас будем отвлекать. На-ка вон туда. Так-ка почему? Мне нужно добраться до следующего яблока. Ну ты сам-то почему не убегаешь? Клетка для детей. И мы резко сматываемся. Так, а может быть с этой дверью можно взаимодействовать? Там тоже дьявол. Некуда встать вообще. Ушел он. Все, я побежал. Ёкарный башен, там еще есть, получается. Их полно. А, так их вообще навалом. Тут все в этих дьяволах. Эти демоны похищают детей прямо из снов. Я сейчас отправился на поиски своей сестры. Хотя что это мне даст, если и меня тоже похитили? Так, смотрим. И резко за уточкой. То есть? Я замер пока что. Ура. Ушли. Хоть на какое-то время. И заходит, видите? Ах ты, все. Дверь открылась. Так, это, конечно, жесть. Мне надо до яблока дойти как-то. А как до него дойти? Этого мы никак не отвлечем. Нам нужно отвлечь другого монстра. А, так они ходят-то по переменке. Смотрите. Зашел. Сейчас выйдет. Так, сохранить местоположение. За 50 монет или за ролик? У меня 50 монет нет, поэтому за ролик. Ура, мы с вами сохранились. Страшная кукла, что они дают? Ничего себе, вы поняли? Столько ходов. Ну давайте кинем сюда тогда. На. Кто из них придет? Все, ушел, молодец. Смотрите, этот ушел. Резиновая утка. Так, другой пришел. Мы постоянно ходим и прячемся за клетки. Но мы такие маленькие.
Нам, видите, нельзя даже вставать. The best meat at the best price. Лучшее мясо по лучшей цене. Так, ну, переходим. Тут еще яблоко, приколюха. Рука, смотрите. Вау, ты кто? А, еще монетки были. Монеты. Ах ты, вот как, видите, приколюха. Ну все, нас поймали. Давайте мы с вами на этом первое знакомство с игрой Nightmare Gate закончим. Продолжим уже в следующий раз с этого места. Оцените видео лайками, обязательно комментируйте, подписывайтесь на канал. С вами был Топси. Всем пока.